Всем привет, ребят! Отличного всем вечернего настроения. Сейчас будет стрим по игрушке Rise Son of Rome. Не знаю, как все это дело переводится. Сын Рима, римский сын. Rise, наверное, расцвет. Что-то в таком духе. Посмотрим, что за игрушка. Когда-то она была эксклюзивом на Xbox. И недолго она была эксклюзивом для Xbox. Приходилось раньше видосики смотреть, а теперь можно и самому в нее поиграть. Е168, привет. Да, стрим только начался. До этого релакс просто был. Ну поехали на геймпаде, наверное, я поиграю. Если что, потом на клавиатуре, может быть. Если мне очень удобно будет. Полностью на русском языке, ребят, с озвучкой, все дела. Поэтому впечатление должно быть еще лучше от этого. Начать новую кампанию. Рекрут. Выберите этот режим, если предпочитаете сюжет схватка. Если вы хорошо знакомы с боевыми играми. Если вы опытный игрок в боевые игры и хотите испытать себя в сложных условиях. Легенда. А легенда не включается. Наверное, нужно пройти сперва игру. И, естественно, мы выбираем самую высокую сложность, это рекрут. Он здесь. Боги, спасите. Он пришел убить меня. Он здесь. Здесь! Здесь! Помогите! Помогите! Защищайте императора! Я, Нерон! Август Германик! Приказываю вам защитить императора! Центурион Север, ко мне! Скажите это самого высокого места. Когда варвары увидят, мы победим. Ну ладно, уже игра пошла. Чтобы отразить атаку, нажмите А. Небольшое обучение. Дальше что? Чтобы оттолкнуть врагов, нажмите Y. Дальше. Чтобы атаковать, нажмите X. Выберите бонусы восстановления здоровья, используя вниз. Бонусы определяют тип получаемого вознаграждения. Выбирайте и меняйте бонусы так часто, как захотите.
Помните, чтобы получить бонусы, нужно побеждать врагов. Чтобы казнить врагов с низким здоровьем, нажмите правый триггер. Чтобы продолжить атаку, нажмите Y. Во время казни нажимайте кнопку соответствующего цвета, прежде чем исчезнет подсветка. Чтобы продолжить, нажмите X. За правильный расчет времени атаки награда будет больше. Чем быстрее атакуете после появления цвета, тем больше рейтинг и награда. О, как жестко! Казнь Центуриона. Восстановили здоровье после казни. Так, давайте первым делом. Первым делом нужно нам выключить вибрацию. А можно? Включим субтитры и выключим вибрацию. Блин, она не отключается. Печалька. Ну ладно. В общем, едем дальше. Как продолжить? Лучники! Нормально, руку отрубил. Ой, как жестко. Крутотень. Господин, нужно дойти до ворот дворца. Наши люди долго не продержатся. Спарта! This is Sparta. Как блокировать ее? Нормально. Боевка мне определенно нравится здесь. Жесть какая. Еще жестче, ребят, чем в модуле. Потише звуки сделать. Настройки максимальные доставят. Там размытие можно было еще выключить сюда. Чтобы картинка более четкая была, но я пока еще там ничего не менял. Так, ну давайте потише сделаем еще звуки. Раз громко. Мышка быстрее будет. Голос оставим. Чуть-чуть потише сделал. Надеюсь, сейчас нормально. Варвары подбираются к воротам дворца. Мы должны добраться туда раньше и удержать их. Вперед! Вперед! Эпично просто сделано, круто. Хватайте лестницу! Нормально. Хо-хо-хо-хо. Блин, блок. Чуть-чуть неудобно. Полетели. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно. Без руки оставили паренька. Открытие!
всех строй! Мать! Жестко, однако, игрушка. Нажмите левый бутон, чтобы заказать римлян. Что значит заказать римлян? Перевод, конечно. Стрелять залпами! Нормально, ребят, по звуку сейчас? Или еще потише? Голос я сейчас на максимум подавлю. Есть! Большая часть 18-го легиона может сражаться. В вашем распоряжении три вспомогательных отряда. Скорпионы, лучники и катапульты. Организуйте защищенные построения. Скорпионы, лучники и катапульты. Да ладно. То есть здесь что-то еще оборону надо ставить? Прикажите своим людям закрыть разрыв и защищать правый фланг. Вам понадобится защищать левую сторону при помощи скорпиона. Нормально, да, по звуку? Ну, отлично. Шеренгу! Северная баррикада! Защищайте левый фланг. Разместили зажигательные смеси в нужных местах. Нажмите и держите правый триггер для приближения и отпускайте две стрельбы. Да, на геймпаде ты фиг прицелишься. Они обходят нас с флангов. Отряд идет на юг. Блин, ну красиво, ребят, очень красиво. Держать строй! Хо-хо-хо. Держать! Держать строй, ребята. Блин, хрен прицелишься на этом геймпаде. Фига себе там толпень. Левый бут в огненный зал. Зажигательных смесей. Подожгите их. Так, что не выдержит. Нужно подкрепление. Держать, солдаты! Держать! Так, давайте пока сейчас начало еще игры сделаем, все-таки голос погромче. Тиховато, мне кажется. Вы привыкать, наверное, к геймпаду, я буду. Все-таки на геймпаде здесь как-то получше. Зарвите зажигательные смеси! Во дворе дворца! Стрелять по моей команде! Прикажите катапультам стрелять по позиции. Катапульты! Зал! Зал! Катапульты! Отступить! Отступить! Откуда столько варваров-то, ёлки? Войдите во дворец. Обеспечьте безопасность императора. А, мы защищаем его, ёлки. Я сейчас подумал. Господин, мы отбросили их. Наоборот. В дворец прорвалась лишь горстка врагов. У вас достаточно отваги для покупки первого улучшения. Чтобы открыть меню улучшения, нажмите непонятный для меня значок. Наверное, стат. Улучшение навыка. Что здесь у нас есть? Здоровье, ярость, повышение, бой. Замедление сгорания ярости рекрут. На 3% замедляет скорость сгорания ячейки ярости.
Увеличивает размер каждой ячейки ярости на 10. Увеличивает число ячеек ярости до 3. Сколько у меня очков? 21600. Повышение. Опыт после успешного действия плюс 1%. Ярость после успешного действия плюс 1%. И бой. Увеличит максимальное количество метательных снарядов до 5. Мари войдет в режим горящего орла после 11 идеальных ударов. Давайте вот это прокачаем, посмотрим. Приобрести за отвагу, приобрести за золото. За отвагу. Увеличивает размер каждой ячейки здоровья. Добавляет полоски здоровья дополнительные ячейки. Они дешевые, по 1000. Почему бы и нет? Замедление сгорания ярости. Ну давайте все прокачаем. Не буду особо заморачиваться на этом. Настройте гладиатора для сетевой игры. Список лидеров. Как возобновить-то? Все, окей. Идем дальше, во дворец. Он здесь. Помогите, я приказываю. Император, враг прорвал оборону дворца. Меня не волнуют варвары. Меня волнует он. Я отведу вас в надежное место. Надежное? От этого демона не скрыться. Нужно отвести вас в надежное место. Ваши покои. В покое? Нет, нет. В сокровищницу, сюда. Вперед. Почему дверь закрыта? Ёлки, красиво как. Почему дверь закрыта? Там кто-то есть. Думаю, лучше тебе открыть ее. Что-то император-то этот генерал. Не шибко ты храбрый. Ёлки, так классно все отрисовано здесь, прям нравится. Чтобы получить больше опыта за казнь врагов, нажимайте вправо. Так, а вниз у нас что было? Регеночка здоровья. Давайте бонус опыта поставим. Как бегать? Генерал идет! Давай! Непонятно пока, как бегать мне. Беги пока можешь! Но эпичненько. Крутотенечки у них. Люблю я такие слоумошки вообще. Нечестно. Вроде бы детям отойти от экрана. На уфаренек. Сразись со мной! Так, это наши ребята, да? Считаем. Точно. Давай, толстячок, двигай булками. Наконец-то! Держитесь за мной, мой император. Дринкор, привет. Они могут скрываться в тени. Все отлично. Как твои дела?
Кто скрываться в тени? Может, варвары? Убейте предводителя варваров. Сгори, римлянин! Ёлки, ну графика, конечно, шикарная. Потому что на консолях обычно... Так, чтобы уйти от сильных атак, нажимайте Б. Враги, которые собираются нанести. Ну давай, подходи. Ой. До свидания. Блин, как классно вообще. Сюда, быстро. Тут налицо явное отличие игр с консоли, ребят, от PC. Здесь движки другие просто используются и выглядят. Но опять же, это с Xbox One же игрушка. Визуально очень классно. Очень классно. Быстро. На PC-то там всего лишь несколько движков, этих анриловские во все игры пихают, Frostbite. Дамокл осталось мертвых, о боги. Еще там пара движков, которые уже приедут. Дамокл миф. Здесь, конечно, круто. Лишь люди убивают людей, император. Боги могут направлять нас, но они не вмешиваются в дела смертных. А? И какой же великий оракул вам это сказал, генерал? Мой отец. Здесь мы в безопасности. Да, здесь мы в безопасности. А, я молю богов, чтобы мы были в безопасности. О, здесь безопасный император. Насколько это возможно? Да, слава богам, а? А ты, как твое имя, солдат? Марий. Но мое имя не важно. Важна моя... история. Первое впечатление — очень крутая игрушка. Отец говорил, что судьбу дают боги, но путь мы выбираем сами. Ваша судьба — быть императором, а моя — солдатом. Честь моего отца привела его к служению народу. Но что привело нас на наш собственный путь? Что сделало нас такими? Моя история началась 10 лет назад. Отец! Марий! Рад снова видеть тебя. Как я выгляжу? Как настоящий солдат Рима? Выглядишь отлично, сын. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать. Ты знаешь, куда тебя отправят? В Александрию. О, Александрия. Такая тихая провинция. Мама будет рада. Я стал солдатом не просто так, отец. Я хочу сражаться, как ты, за империю. Всему свое время, сынок. Всему свое время. Сынок, запомни, что врага можно встретить не только в бою. Отец? Марий! Дай взглянуть на тебя. Красавчик. Мам, не надо. Твоя сестра хочет тебя увидеть. Скоро увидит, любимая. А сейчас... мне нужно поговорить с сыном наедине. Хорошо. Пойду поищу твою сестру. Тебя что-то беспокоит, отец? Что ж, позже поговорим. Теперь покажи, чему научился. Что ты готовься? Тренировочка? Сперва заставь меня раскрыться. Пробить защиту, нажмите Y в бою с некоторыми врагами. Не нужно пробить их защиту. И еще! Марий,
Чтобы ударить меня, заставь меня раскрыться. Снова! Не так. Заставь меня раскрыться. Ты знаешь прием. Вот так? Отлично, сынок. Еще раз. А теперь ударь меня. Трижды. Заставь меня раскрыться. Попался. Давай заново. Три удара. Или не в счет. Давай. Чтобы ударить, заставь меня раскрыться. Давай снова. Три раза, маленький. Еще разок. Вот тут у них мечи деревянные, вроде. Я думаю, не получится его казнить деревянным мечом. Раскрыться. Еще раз. Отлично фехтуешь. Приготовься. Выполнить три идеальных отражения. У тебя всего мгновение на выпад. Ну давай бей же. Соберись, Марий. Время решает все. Снова! Жди возможности. Попробуй еще. Не так. Бей в нужное время. Заново. Да чтоб тебя не успеваю. Шустрый дед какой. Папаня, ты еще силен. Начни сначала. Приготовься. Ну давай бей. Оп. Два идеальных отражения, просто два раза подряд, что ли, нужно, что-то не пойму. Два идеальных отражения. Ну я же вроде отражаю, так вот. Понятно, что здесь от меня хотят. Приготовься. Ну вот, я отражаю, как бы, и все. Не засчитывает. Дед, сколько мы с тобой здесь сражаться-то будем? Может, еще какую-нибудь клавишу надо нажимать в моменте? А, ну все. Не знаю, почему до этого не засчитывал.
Отлично. Изи. Теперь комбинируй движение. Не, там просто ударить нужно было сразу же на X нажимать. Я на Y нажимал, то есть щитом бил его. А нужно было X после отражения нажимать. Вперед! Выполнить идеальную цепочку комбо. Ну, поехали. Двигайся, Май! Жди подходящего момента и бей! Заново! Объединяй! Чтобы продолжить попытки, нажмите А. Чтобы пропустить Б. Не-не-не, давайте. Продолжим. Идем. Сейчас нам всю основу здесь объясню. Вот так. Мастерски! После цепочки идеальных ударов Мари войдет в режим горящего орла и будет наносить дополнительное оглушение. Печальный, но великий день. Сын впервые победил отца. Возможно, ты овладел мечом, но не надо встречать мир с ним. Вначале приходи без оружия. Пройдемся, сын. Я слышал, что время нынче неспокойно. Да, пришли опасные времена. Эти выборы могли бы многое изменить. Даю это тебе, как и твой дед когда-то отдал это мне. Когда придет время командовать людьми, вспомни мой рассказ. Легенды гласят, что Дамокл был великим воином. Признанным вождем огромной армии. Во время Великой битвы трусливые генералы бросили его. После смерти Дамокл попал в подземный мир. И Немезида, богиня мести, пришла в ярость от того, как обошлись с героем. Она вернула его на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах, который ищет генералов-предателей, чтобы покарать их. Леониду голову отрезал. До сих пор многие командиры носят кинжалы с изображением Дамокла. Кинжал напоминает им, что они не должны бросать своих. Не то восставший из мертвых черный центурион отомстит им за все злодейства. Очень круто ролик записал. Сетима! Варвары! За мной! Чтобы получить бонусный урон после казни врага, нажмите вверх. Римская свинья! У них Септима! Что в тебя попил, Булок? Мари, твоя сестра! Попробуй еще! Мама! Молодец, я без руки. Вот жесть. Что? Ладно, не будем на этом зацикливаться. Кто увидел, тот увидел. Нет! Нет!
Я убью всех вас! Ты в порядке? Убить его! Это мать с сестрой, наверное, у меня там погибли. Что происходит? Ответь мне! Ух ты, уворачивается, какой хитрый. Цензура? Кустик в роли цензуры. Отомстите за убийство своей семьи. Выполнено. Вы за это заплатите! Все вы! Блин, ну так красиво здесь все отрисовано. На стриме урезается, естественно, то есть вам не видно всей красоты. Очень круто. Визуально очень круто. Нас хотят убить! Нужно попасть в здание Сената и спасти моих людей! Ух ты, толстячок! Привет! Только ты! С косичкой! Ну давай поговорим, толстый! Марий! Беги, пока можешь! До свидания, толстый! Оп! Поговори с сапожка. Сапожка. Такое слово хоть есть, сапожка. Ну да ладно, идем дальше. Все ролики, ребят, сделаны на движке игры. Сюда. Там твоя судьба. Беги. Что это? Блин, так классно вообще.